сегодня прекрасная погода, солнышко, плюс 20. И я решила, что сейчас замечательное время для того, чтобы показать мою новую покупочку от Clarins. Как раз-таки оформленную вот в таком красивом весеннем принте. Всегда считает, что если косметика не приносит счастья, не стоит ею пользоваться. Вот так вот себя позиционирует Clarins. Этот бренд появился на рынке благодаря студенту-медику. И эта компания по производству косметической продукции, она производит как лечебную, так и декоративную косметику. Основал этот бренд Жак Куртен Clarins. И, как он говорил, никогда не следует стараться только продать продукт, необходимо прилагать все усилия, чтобы завоевать доверие и любовь клиента. Наверное, поэтому этот бренд так долго и держится. Особое внимание Clarins уделяет заботе об окружающей среде, поэтому упаковки полностью перерабатываемые и инструкции напечатаны на внутренней стороне коробки. То есть они очень большое внимание уделяют этому. И сегодня один из ключевых игроков в индустрии красоты это Кристиан Куртен Clarins. Он президент компании Clarins Group. И он настоящий эстет и гурман. Он обожает французскую кухню, а всем фитнес-клубам он предпочитает релаксирующий массаж. Ну, естественно, на основе знаменитых натуральных масел Clarins. Этот вкус к жизни ему привел его отец. Жак Куртен, то есть сам, естественно, основатель бренда. И как говорил сам Кристиан, человек в наше время находится под таким огромным прессингом, что единственный способ обрести душевную гармонию и как-то справиться с безумной ежедневной гонкой, это позволять себе заниматься собой, своей внешностью, как можно чаще баловать себя и получать максимум удовольствия, с чем я с ним совершенно согласна. А началась история компании со смешного курьеза, произошедшего во время любительского спектакля в лицее, где учился сам Жак Куртен. Как-то раз ставили пьесу, посвященную временам первых христиан Древнего мира. И Жаку досталась роль вестника Клариуса, или как его еще называли, Кларанса. Ну, естественно, это имя стало для юноши судьбоносным. Вначале оно было лишь школьным прозвищем. Ну, а потом уже спустя годы Clarins стало его брендом, то есть его названием. Он открыл свой институт красоты в Париже на улице Тронше. И свои двери этот институт красоты распахнул в 1954 году. Здесь можно было купить любое косметическое средство, а что самое главное, на то время можно было оставить отзыв о нем. То есть Куртен считал, что производить косметику и не слушать, что о ней говорят, это просто глупо. Другое завоевание Clarins заключалось в использовании только натуральных растительных масел и экстрактов. И он первым стал применять соль и сахар при изготовлении косметических продуктов. Но уже в 1974 году в компанию пришел старший сын Жака, Кристиан, и в 1984 году к нему присоединился младший сын, Оливье, Кристиан Кларанс. Они не просто продолжают развивать успешный бизнес отца, а искренне любят тем, чем они занимаются. То есть вот такая маленькая предыстория о бренде Clarins. Я люблю этот бренд, не скажу, что я прям фанатка, но мне нравится. И Олечка Лулу рассказывала о своих покупках Clarins, и меня поразило, сколько много пробников они дают. То есть они абсолютно не жалеют дать вам попробовать свой продукт, что тоже очень важно. То есть они уверены в своей продукции. Ну, начну со своей покупочки, главной покупочки, из-за чего была сделана эта покупка. И эта покупка была, в принципе, сделана из-за этой фужерной водички. Познакомилась я с этой водичкой в магазине в День матери.
были распродажи, и рядом со мной стояла женщина, и она очень хотела купить этот парфюм именно в таком принте, но ей сказали, что это лимитированная коллекция, и, к сожалению, больше нету. И она рассказывала, как она влюблена в этот парфюм, и пробовала на другие, при мне она пробовала, и дочка сказала, нет, вот этот вот зелененький самый лучший. И вот когда она попробовала, потестила, то есть, конечно же, это просто великолепный был запах, я побежала быстрее покупать. Но я решила купить на официальном сайте, а не в магазине, потому что доставка была бесплатная на определенную сумму, то есть в сумму это входило, плюс, естественно, пробнички много были, много пробничков. Ну и, конечно же, когда я получила свою посылочку, я была очень довольна, и хочу вам показать. Смотрите, как красиво они прислали, какой красивый конвертик они вложили с надписью «Merci», то есть «Спасибо», из таких зеленых листиков сердечко, очень красиво, и вовнутрь конвертика они положили чек и лейбочку на возврат, если вдруг. И вот они пишут, что они благодарят за лояльность, они, в общем, наслаждайтесь, пробуйте, и ваша кожа будет выглядеть моложе день ото дня. То есть уже 60 лет. Я так понимаю, наверное, этому бренду, ну, очень, конечно, красивый конвертик. И вот в такой вот коробочке пришла моя посылочка. То есть 30... Сколько тут? Сейчас посмотрю. 34 фунта стоит парфюм 100 миллилитров, но в День матери и в честь 30-летия этого парфюма давалась бесплатно косметичка и вот такой вот рефил. Ну и вот так вот выглядит эта косметичка. Очень красивая косметичка, такая беленькая. Такая вот очень красивая, тут вот так красиво переливается золотым, тут написано «Clarins». Очень красиво. И здесь вот она такая, в принципе, простая такая, вот в таком красивом, с таким красивым принтом. И в косметичке лежали вот эти великолепные, это туалетная водичка, шикарная туалетная водичка. Eau de Jardin, Jardin, не знаю, как правильно произносится, но переводится это как «сады». Это аромат фужерный 2010 года. Это фруктовая водичка. И верхние ноты это бергамот, грейпфрут, амальфитан. Нет, сейчас я вам скажу правильно. Амальфитанский лимон, цитрусы, апельсин, лист черной смородины. Из верхних нот я могу сказать, что мне чувствуется лимон. Действительно, какие-то цитрусы. Потом сердце, это роза, лавр и мята, вот мята тоже чувствуется. И база, ветивер, мускус, пачули, кедр из Вирджинии. Но здесь я ничего не чувствую. И я могу сказать, что в этом парфюме я чувствую ноты зелени. Он такой, вы знаете, очень, действительно, вот там такие вот ноты зелени и какой-то мяты. Посмотрите, как красиво. Какая красивая упаковочка, то есть такая на зелененькая. Это в честь 30-летия этого парфюма. Clarins выпустил вот такую лимитированную коллекцию с таким красивым, элегантным, таким растительным принтом. Посмотрите, какой красивый растительный принт. Как раз-таки травка такая. И вы знаете, он очень позитивный, он такой цветочно-свежий аромат. В нем, как я уже сказала, есть и нотки зелени, и цитрусовые нотки. Он 100% летний-весенний. В нем, вы знаете, чувствуется такая приятная простота. Я не думаю, что он будет держаться долго. Но его позиционируют как идеальный аромат для лета и жары, потому что он дает такую вот свежесть именно. В нем сочетание эфирных масел и экстрактов растений, и поэтому этот аромат, он еще и увлажняет и смягчает кожу. То есть это не просто как бы
аромат. Это он еще и вот именно выполняет какие-то ухаживающие действия, потому что это именно фруктовая водичка. Это не парфюм, это не туалетная вода, это фруктовая водичка. Ну вот, просто здесь вот такой вот спрей. Вот мята и зелень. Такая цитрусовая мята и цитрусовая зелень. Очень-очень мне понравился. На лето, на каждый день подойдет, мне кажется, любой девчонке. Он не деловой никакой запах, не офис, но вот он именно такой летний, вот, не знаю, для отпуска, возможно. Или же даже если вы ходите на работу, вот в летний период, вот так вот, очень хорошим, очень мне понравилась эта туалетная водичка. Никогда я не обращала на нее внимания. Такой вот тут красивый принт. И дополнение к нему также бесплатно давался рефил. Сейчас я вам его покажу. Вот такой рефил давался. Это тоже все входило в 34 паунда. То есть за цену парфюма вы получаете в подарок косметичку и вот такой рефил. Рефил в 10 мл того же самого парфюма. Вот так вот он выглядит. Такой маленький, его удобно с собой везде брать. И вот здесь вот он так открывается. И вы распыляете. То есть очень удобно. Тот же аромат, тоже, посмотрите, такой вот красивый летний принт. Вот такой вот. И можно потом, когда закончится, можно всегда дополнять и брать с собой. Но, если честно, я не совсем знаю, как его потом заполнять. Была вот такая вот тоже мерочка. Не знаю, то ли наливать надо, потом разберусь, посмотрю уже, как все это делать. То есть, как-то переливать этот парфюм или как это надо. Не знаю, зачем дали вот эту вот мерочку. Ну, вот такой вот был наборчик. То есть, бесплатно еще здесь 100 мл, плюс еще бесплатно 10 мл. И всегда можно его заполнять. И вот у вас всегда будет такой вот в 10 мл аромат. То есть всегда в сумочку можно с собой взять, очень удобно, очень, скажем так, всегда под рукой такой вот хороший летний аромат. Даже вот на работу, если взять, летом всегда удобно маленький, чем брать вот в 100 мл такой. Посмотрите, какой красивый принт, как он красиво выглядит. И вот на самих духах, как красиво выглядит принт. Очень так ярко по-весеннему. Еще в Флоранции купила своих два любимых карандаша для бровей. Это мои самые любимые карандаши. Пробовала я разные тени, но все-таки склонилась к тому, что вот этот карандаш мне подходит больше всего. Единственный у него минус, он не выкручивается, его надо затачивать. И порой он ломается, сложно его заточить. Порой где-то, наверное, он падал, он мог где-то грифель поломаться внутри карандаша, и когда я чищу, то он сразу же отваливается. То есть вот единственный минус этого карандаша. Но так, конечно, он мне нравится безумно, поэтому я уже одним пользуюсь, и еще вот два купила про запас. Это вот такой карандаш для бровей. В цвете у меня втором, light brown. Мне больше всего подходит этот цвет. И сейчас вам покажу, как он выглядит, этот карандашик. Так. Вот так вот он выглядит в цвете light brown. Здесь 1,1 грамм карандаша. Сделано в Германии для Clarins. И вот здесь щеточка. Кстати, щеточку изменили. У меня щеточка еще старая на моем старом карандашике. И колпачок здесь крепко держится, потому что на моем старом карандаше колпачок держится плохо. Здесь так он прям туго. И очень, кстати, удобно, потому что все время этот колпачок падал. И сам карандашик. То есть вот так вот тоже
тугой колпачок. И вот он, какой цвет. То есть, я не скажу, что он прям мягкий-мягкий, но вот для бровей мне нравится. Такой вот он. Мне подходит такой цвет. Только такой вот я пробовала. Разный, но вот именно вот этот цвет мне как-то подходит больше всего. Вот такой вот. Два таких карандашика я приобрела. И дальше мне дали пробники. Куча пробников. То есть мне дали в подарок вот такую помадку мини. 1,5 грамм. То есть она такая Rush Eclat. Age Defying. То есть какая-то антивозрастная. В цвете 13-м. Woodrose. Смотрите, какая красивая помадка. Такая мини-помадка. Очень-очень красиво. Не просто какой-то там пробничек маленький. Открыли с кисточкой и все. Вот именно вот такая вот маленькая мини-версия помадки. И даже, кстати, хочу обратить ваше внимание, что даже здесь сделали вот такую гравировку Clarins. Ну и оп. Вот такая она маленькая. Мягкая, очень такая вот именно бальзамная помадка. Очень приятная. Цвет не совсем мой, но как подарок, так просто прекрасно, мне кажется. Кстати, пахнет очень приятно. Ну, так, чуть-чуть таким чем-то сладеньким, но совсем слегка еле уловимый запах. Такая вот помадка. Такая вот в подарочек тоже. Так, что тут не хочет настраиваться. Вот такая. Дальше мне дали в подарок крем для тела. Такой вот. С маслом ши для сухой кожи. Тоже очень удобно с собой выбрать. Но вот здесь пломбочка, не буду выбирать. Ну вот куда-нибудь в путешествие очень удобно взять. Как раз таки мы планируем поехать. И вот очень в 30 мл и такая вот плоская баночка я обязательно с собой возьму. И дальше в подарок мне дали... Так, что мне тут дали? Молочко. Увлажняющее... Молочко для снятия макияжа или просто как умывалочку. То есть 10 мл с марингой для комбинированной и жирной кожи. Здесь сколько? 10 мл. Так вот, очень удобно. Опять же, если куда-то поехать, вот, чтобы не брать полную умывалочку, можно взять вот такую маленькую, вполне на неделю, на две вам хватит. То есть спасибо им за это тоже. И три пробничка, которые я могла выбрать. То есть эти пробнички у них автоматически шли. И три пробничка, которые я могла выбрать. Я выбрала умывалочку. Такую вот для нормальной комбинированной кожи. Опять же, брать с собой куда-то в путешествие. Вот в 30 мл на 2 недели вполне хватит. Потом я выбрала снимать макияж. Даже водостойкий в 10 мл. Опять же, на 2 недели... За глаза будет, то есть такую маленькую версию взять, и очень удобно будет. И также я выбрала молочко для умывания с травами, с марингой для нормальной и сухой кожи. То есть вот такого зелененького. У меня такая была полная версия, но ничего, приятное молочко, не сушит кожу, хорошее молочко, поэтому решила взять, чтобы в путешествии как раз-таки очень будет удобно. То есть посмотрите, как много всего дала фирма Clarins. То есть совсем не пожалела на пробнички. Посмотрите, сколько она много пробничков подавала, и какие хорошие. В 30 мл 2, и помадку, и вот в 10 мл умывалочки. И опять же, там можно было выбрать, что вы хотите взять именно. То есть не жалеют пробнички, поэтому если вы вдруг решили что-то заказывать на Clarins,
советую вам заказать через официальный сайт. Возможно, одну вещь невыгодно, потому что там доставка. Но если вы планируете купить больше, чем одну, то есть посмотрите, в какой сумме вы планируете купить, то, возможно, будет бесплатная доставка, и посмотрите, сколько всего в дополнение вы получите. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока.